بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا آدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دорогие братья и мы продолжаем наши уроки посвященные вопросам На предыдущих уроках мы говорили о справедливости Бога как одном из атрибутов единого Всевышнего Бога. Мы разобрали разные точки зрения на данный вопрос, разобрали причину разногласий и также попытались привести доказательства и доводы верного, верного толкования этого атрибута. А теперь, как мы обещали в конце предыдущего урока, нам необходимо разобрать несколько сомнений. Эти сомнения, наверное, являются самыми актуальными в данном вопросе для большинства людей. Дело в том, что если подходить к данному вопросу научно, подходить к рассматриваемой теме более пристально, более правильно, то нам необходимо отталкиваться от доводов и доказательств, они а от сомнений но к сожалению большинство людей подобного подхода к вопросам не имеют они как правило отталкиваются от сомнений они а от доводов и доказательств что в корне неверно и является совершенно неправильным не научным и путем который приводит обычно к заблуждению и так как большинство все-таки этого метода придерживается, то более актуальным в данном вопросе и в данной теме является вопрос сомнений. Сомнений относительно справедливости Бога довольно-таки много среди людей, и очень часто можно с этими сомнениями столкнуться. Одни люди жалуются на события, стихийные бедствия, на катастрофы, которые происходят вокруг них, Например, землетрясения, извержения вулканов и так далее и тому подобное. Другие люди жалуются на то, что у них родился ребенок с физическими недостатками. Третьи жалуются на несправедливость, которую творят люди вокруг них. Например, те, кто развязывает войны и так далее. То есть все эти события, все эти э, обстоятельства. Так или иначе, вызывают у простых людей сомнения в справедливости Бога. Они говорят, если Бог справедлив, то почему же все это происходит? Почему происходят войны? Почему происходят стихийные бедствия? Почему люди совершают? Почему Бог позволяет, точнее, совершать людям преступления и несправедливость? Давайте же попытаемся ответить на эти сомнения. Разберем эти сомнения. В первую очередь необходимо заметить, дорогие братья и сестры, и это очень важно для понимания данного вопроса, потому что большинство людей, абсолютное большинство людей, у которых имеются эти сомнения, они в том вопросе, который мы сейчас разъясним, в этом вопросе не имеют правильного представления. А этот вопрос заключается в следующем. Дело в том, что тот мир, в котором мы находимся, это мир испытаний. Другими словами, это не мир, в котором человечество должно находиться вечно. Ни в коем случае. Мы, человечество в целом и каждый, каждый отдельно взятый человек будет находиться в этом мире. Очень и очень короткое время. Несмотря на то, что наша жизнь порой может показаться для нас довольно-таки длинной, но на самом деле это очень короткий срок. Попробуйте вообразить себе миллионы, миллиарды лет. Я уже не говорю о том, чтобы вы вообразили себе бесконечность. И сравните эти сроки со, со сроком нашей жизни, продолжительностью нашей жизни. И мы обнаружим, что это совершенно несоразмерные вещи, что наша жизнь и длительность нашей жизни ничтожно мала. Мы живем очень короткое время и очень короткую жизнь проживаем в этом мире. Так зачем же мы находимся в этом мире? Зачем мы находимся в этой жизни? Если мы разберем Аят священного Корана. Если разберем предание от Вела Светлости Пророка Мухаммада, وسلم, и других непорочных, а также разберем доводы разума, логические доказательства, то мы обнаружим, что эта жизнь является местом испытания человека, где человек сам строит свою вечную жизнь. То есть от того, как человек проживет эту жизнь, эту короткую жизнь, зависит то, каково будет положение и состояние человека в вечности. И если человек прожил эту жизнь добродетельно, верил в единого Бога, поклонялся и подчинялся его приказам, совершал благодеяние, совершал благотворительность, поддерживал родственные связи и так далее и тому подобное, и воздерживался от преступлений, от совершения нечестия, от распространения на земле нечестия, то этот человек будет в вечном блаженстве. И это будет результат его собственных деяний. Как сказано, в священном коране это то есть это не просто случайное вознаграждение человека нет это результат его собственных деяний это то на под ума сказано в священном коране то есть это тот день судный день это день когда каждый человек увидит именно то что совершили его собственные руки Поэтому это вечное блаженство является результатом действий и деяний человека в этой жизни. И наоборот, человек может, не дай Бог, прожить эту жизнь жизнью нечестивца, совершать преступления, совершать многобожие, ослушаться Бога, приказов Бога, не совершать молитвы, не держать пост, не поддерживать родственные связи, не совершать благотворительности. Наоборот, совершать преступления, убийства, грабежи, воровство, ложь и так далее и тому подобное, распространять на земле нечестие. Если человек проживет такую омерзительную жизнь, то уделом его вечности будет вечное мучение. И это опять-таки является результатом его собственного деяния, как сказано в священном Коране, то есть это как раз то, что соответствует тому, что он совершал в этой жизни. То есть вечное мучение есть результат его собственного деяния, его собственных преступлений, совершенных на протяжении этого очень короткого срока, срока жизни. И здесь очень важную, необходимо понимать, что очень важную роль в праведности или неправедности нашей жизни, очень важную роль играет перенесение трудностей. Из Пирса Бранджамиля, сказано в Священном Коране, проявляй красивое терпение. Что такое красивое терпение? Это благодарность Богу за трудности за испытание. Не просто перенесение этих трудностей скрипя зубами, подобно рыбе, которая оказалась на суше. Нет, красивое терпение ⁇ это когда человек не просто переносит трудности, но и благодарен Богу за эти трудности. Почему? А потому что эти трудности, и перенесение, и благодарность за эти трудности, за все это полагается награда, великая награда, невообразимая награда. Награда, которая соответствует величию единого, всемогущего Бога. И, конечно же, это заслуживает того, чтобы человек был благодарен за эти трудности. Эти трудности, которые являются частью предопределения Бога. И здесь нет никакой разницы между стихийными бедствиями или бедствиями, которые являются результатом, делом рук других людей. Таким образом, мы видим, что одно из важнейших вопросов понимания справедливости Бога является понимание свойств сути, смысла и значения этой нашей жизни. Если мы правильно поймем смысл и суть этой жизни, то многие многие сомнения относительно справедливости Бога отпадут сами по себе. Каким образом? Дорогие братья и сестры, эта жизнь не является вечной. Она является, эта жизнь является всего лишь местом и средством испытания рабов Бога, возможностью, данную, возможностью которая дана человеку Богом для того, чтобы человек сам строил свое будущее. В этой жизни человек появляется без того, чтобы иметь какие-то предпосылки к этому. Например, один человек рождается красивым, другой рождается менее красивым и так далее. Один рождается в богатой семье, другой рождается в бедной семье и так далее и тому подобное. Одни люди вынуждены прожить свою жизнь, родившись в низших слоях, в семье, например, рабочих и не имея возможности об получить образование, вынужден всю жизнь волочить жалкое существование, сводить еле-еле концы с концами, а другие нет. Другие рождаются, не имея никаких талантов, никакого трудолюбия, рождаются в богатой семье, в обеспеченной семье, получ получают образование, еле-еле заканчивают, свою учебу, а потом получают работу через знакомство своих родителей, получают оплачиваемую престижную работу. И всю, всю жизнь проживают таким, таким образом. То есть все достается даром. Такова ситуация в этой жизни. Но чем? Одни люди заслужили одно, а другие заслужили другое. Практически ничем. И эта жизнь такова. И так происходит для того, чтобы испытать каждого из людей, каждого человека. А в будущей жизни, которая является вечной, безграничной, только вообразите себе это, попробуйте представить себе вечность, где нету никакого конца. Нету смерти, нету никакого конца. В этой жизни человек получает ровно то, что он заслужил. И это конечно же, величайшая справедливость Бога. Человек, который должен и вынужден прожить сложную, трудную, труднопереносимую жизнь, еле, еле сводить концы с концами, этот человек, если будет благодарен Богу, если будет проявлять терпение и благодарить Бога за это, и выполнять свои обязанности должным образом, то он получит высочайшее положение в будущей жизни, в вечной жизни. Конечно, здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что обычно подобные утверждения в христианской религии сопровождались попыткой смирить, смирить угнетенные слои населения. Ислам этого не исповедует. Ислам говорит о благодарности Богу, о терпении, о терпении перед предопределением Бога. Но ислам никоим образом не призывает к терпению перед угнетением, перед, перед несправедливостью правителей, перед несправедливостью людей. Наоборот, многие священные тексты утверждают о том, что человек, который проявил халатность, смирился с тем, что его угнетают, этот человек будет наказан так же, как будет, будут наказаны те, кто его угнетают. То есть угнетенное состояние и терпеливость к этому состоянию исламом никоим образом не приветствуется. Ислам не терпит подобного и призывает к восстанию против угнетателей, вне зависимости от того, кем эти угнетатели являются. Поэтому здесь речь идет о терпении и благодарности Богу, потому что Бог даровал нам эту жизнь, эту возможность эту возможность построить свое будущее, самому выбрать свою вечную жизнь. И с этой точки зрения мы не можем никоим образом утверждать, что те испытания, те трудности, те бедствия, с которыми мы сталкиваемся, являются для нас наказанием, являются проявлением несправедливости Бога никоим образом. Не этим измеряется справедливость Бога и не может этим измеряться справедливость Бога, потому что за трудности и чем больше этих трудностей, тем больше Бог награждает человека за его терпение. И наоборот, может человек прожить в роскоши, в роскоши свою жизнь и не быть благодарным за это, не делиться с этим своим имуществом и богатством и быть наказанным вечной вечным наказанием вечным адом. ناش قد قدرشلو كان صويا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد محمد. اللهم على محمد محمد.